Всем привет! Вы никогда не догадаетесь, куда я сейчас иду. Мне мой подписчик подарил сертификат на запись песни в профессиональной студии звукозаписи. Я поискала в интернете, это охренительная студия звукозаписи, где записываются Ани Лорак, там Тина Кара или еще какие-то. Ну, во всяком случае, там их были работы, их клипы. Я так понимаю, вообще серьезная команда ребят. Короче, блин, прикиньте. Вообще, на самом деле, очень неожиданно. Хотя он мне написал еще год назад, но я не восприняла это все серьезно, потому что... Но такие подарки никто не делает. Но в моей жизни, во всяком случае, такого никогда не было, чтобы абсолютно чужой человек делал такой другой подарок. Короче, я иду, посмотрим, что получится. Я нахожусь на студии JT Production вместе с диджеем Джедаем. Мы пишем кавер. Пошли. За безмежний світ, що відкрив мені, за мовчання літ, божевільні дні, за тепло долонь, у яких одна я. За нестерпний біль, за нестримну мить, що розквітла вже і за все, що спить. За хмільну жагу, перший опік вуст, за любов твою я тебе люблю. Несправжність зрад, безпорадні слів, за зірки понад, за свавілля снів, за останній крок, за минулу ніч, а там тепло зірок, там, де був наш дім. Тепер нема.